Всем привет, друзья, с вами Локи, и мы продолжаем проходить игру «Новый Человек-паук». Это уже, как я понимаю, послушай, финальная стадия. Я дала охотнику новую программу. Он доставит вакцину в каждую больницу города. Еще пара штрихов, и все заработает. Звучит хорошо, только давай про штрихи пока забудем. Коннор стопроцентный ящер, и он идет к тебе. Еще бы! А ты чего ждал, Питер? Я пошел! Так, а здесь еще до сих пор мутировавшие ребята. Чувствую себя мальчиком, которого не зовут в игру. Сражаются с роботами. Думаю, просто забыть не получится. Так, нам не сюда. Город стал другим. Так, мы идем в правильном направлении, друзья. Я думаю, этих пока трогать не будем. Нам сюда. Так. Глэн меня заждалась. Где ж пауч... Где же этот... Так. Ага, он плавает. Да, ее стихия, а не моя. Так, 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 так. Ну все, я предполагаю, чтобы выжить, мне нужно откачать воду. Предполагаю, что осталось уже чуть-чуть. Не понимаю, что ты хочешь сказать, но суть уловил. Я уже почти на месте. Нужно добраться до Гвен. В лабораторию. У нас открылось улучшение. Так. Так, так. Таймер рывка, взрыв паутины, мощный удар. Так, что за таймер рывка? Ну, давайте время принятия решений. Так, а здесь все открыто, но очки еще есть, но что-то вот это не открывается, ну ладно. Так, так, здесь вот можно приземлиться? Можно, так. Ладно, хорошо, давайте сделаем так, там это плавает. Сюда. Лезть в эту воду — большая ошибка. Теперь сюда. Нам надо эту повернуть. Если я ее же еще не поворачиваю, вроде. Вроде бы нет. Так. Ладно, давайте так. Мы теряем время. Одна дверь. Одна заглушка открыта. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Соберись. Время уходит. Так, нас чуть не... Да куда ты упал, идиотский паук? Нужно добраться до Гвен, в лабораторию. Так, ну что, все, наконец-то. Так, воздействие. Вторая кнопочка открыта, и осталась последняя.
Так, отсюда уже никуда, да? Вода ее стихия, а не моя. Так, теперь на противоположную сторону. Все осталось. Последнее. Где этот рубильник? Что еще скажете, его тут нету? Ага. Мы теряем время. На трубе. Да? Или нет? Блин, я опять заблудился. Так, ладно, возьму уже мальчик. А, вот. Отсюда мы пришли и берем батон. Если отсюда мы пришли. Соберись. Время уходит. Там мы были. А еще одна снизу, по-моему, да? Или нет? А, вот тут. Скорее всего. Так, все готово. Не знаю, что мы открыли, но да ладно. Так, так, так. Так, ну что, побежали к этой курице, кто там плавает-то? Тут тоже какие-то рубильники. Ого-го. Это же не ящик. Я тебя видел. Это точно не ящик. Извини, если что. Давай, давай. Ну как тебе такие? Хищник какой-то. Вы кто такие? Это не... Давай, давай, паукан. Молодцы. Вот еще разок. Удар за удар. Да что же вы издеваетесь, что ли? Кто еще? Ох ты, ох ты. Ну что, все готовы? Давай, слюня. Все. Посиди-ка ты в коконе. Фух, так, ну что, с этим мы разобрались, идем дальше. Где же главный-то? Питер, где ты? Я начинаю сходить с ума. А я что-то не знаю, куда мне идти, правильно ли я иду. Oh.
Куда мне идти-то? Вот туда, что ли? Опять эти туннели, честно, как-то тошнотворно, я знаю, это все поглядываю. Не хочу я даже с ними сражаться, поползу уже так. Не знаю, куда я ползу, но... Так. Время работает против меня. И что, я еще пришел? Не туда, куда надо. Ей-богу, друзья, вы что, издеваетесь? Налево пойдешь, в тупик придешь. Ну вот так. Нельзя терять времени. Так и получилось. Отличная разминка. Только у меня почему-то такое ощущение, что... Именно туда же мы и пришли. И что? Пора действовать. А нет. Что-то все равно изменилось как-то. Это авангард или постапокалипсис? Какие-то непонятные тупые коридоры, которые уже поднадоели. Давай, паучок. Хватит прохлаждаться. Какие-то зомби-солдафоны. Да? Ход по билетам. Охотник, значит, Гвен близко. Где ты? Здесь, Пит. Почти дописала код. Что осталось? Сделать его неуязвимым для ящера. Если эта железяка стреляет пулями и лучами, она и вакцину может выстрелить. Так ведь? Ха, ты гений и еще красавица. Хорошее сочетание. Утихомирь своих нетерпеливых поклонников. Управляй толпой, это мое. Так, ну что ж, давайте. Подаваться не пора? Еще кто-то. Чувствую, сейчас их здесь будет много. Не зря же столько предметов. Не так быстро! Где ты? А вот. Ну кто еще где? Еще один, что ли? А это все он. Гвен, осторожно! Ой, ящер пришел, вот это да. Прости, иначе никак. Что значит иначе никак? Еще как? Нельзя сдаваться. Вам не пора отдохнуть? Тебе конец. Так. Один готов. Второй. Второй. И тут еще охапочка друзей.
Так, ну-ка, прилягте. Ну, в нос. Ха-ха, будет больно. Готово. Что, опять? Рептилия. И еще один повторный удар. Да что за дела? Ты опять им туда же сидел. Спасибо, Пит. Давай, шевелись. Меня это порядком поднадоело уже одно и то же. Удар за ударом. Даже ляжет сейчас в это же место почти. Давай, давай. Да, главное мне сейчас еще не откинуться. Вот от эти друзьяшки сейчас как не дают. Люлей. Отстань от меня! Должен признать, это круто. Гвен под огнем. Я должен выиграть время. Давай. Атака в рывке. Извини, если что. Это некрасиво. Все. Ящер. Уйди! Да третий удар. И на сцену выходит ящер. Так, давай-ка ты с роботом я пока побудь. Я рада, что тебе лучше. Спасибо. Ты меня сегодня спас. Дважды. Зачем спасать мир, если в нем не будет Гвен Стейси? Робот. Я зарядила в него достаточно вакцины. Да. Ты красиво меняешь тему. Я не даю тебе отвлекаться. Большое спасибо. Что делаем с Коннорсом? Вкали ему хорошие вакцины, потом разошли ее по городу. Прости. Я должна это сделать. Ведь я пойду на корм ящеру. Все, ступай. Спасай мир. Милая, я не в первый раз ловлю ученого, который мутировал в ящерицу. Охотник поможет тебе его найти. Ну что ж, ищем ящера. Ага, вот и он. Так, он сзади. Придется копаться в хламе, чтобы найти сыворотку. Да. Но сначала нужно разобраться тебя. С ящером. Последнее слово ящера перед тем, как я верну своего друга. Слова, Коннорс. Со слогами. Самые страшные битвы со своими близкими. Давай. Я знаю, что вы там, док. Вы должны остановиться. Я не знаю, сколько еще мы с вами продержимся. Ну что, получил разок. Он сильный, жизни уже не так много. Мало? Два. Ух ты. Так, и мы померли. Первая неудача. Ящер, ящер. Ну все.
Придется копаться в хламе, чтобы найти сыворотку. Да мы это уже смотрели. Так, давайте, все. Вот так. Раз, два, три. Первый удар есть. Так, я не смог уклониться, вот это обидно. Это некрасиво. Тупой ящер, а? Быстрее, быстрее, паучок, быстрее. Давай, давай. Так, отдохни, парень. У нас есть еще небольшие дела. Давай, паукан, давай. Да, нашел! Осталось в сандалисе. Куда ты побежал? Ну хватит, Коннорс. Староваты вы для пряток. Ладно, друг, если ты хотел меня напугать, у тебя получилось. Ну и долго нам... Сдержать обещание, друг мой. Не долго двигайся. В этом болоте ползать. Я вижу, к чему идет, и мне это не нравится. Держись, док, я иду. Ну да, так иди быстрее. Надо выбираться. Пауки не любят воду. Эх, крыски, крыски. Ну и куда я пришел, вот мне интересно. Спасибочки. А вот и ты. Так, где ты? Блин, а? Да что такое-то? Давай, 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 давай. Атака в рывке. Еще удар, давай. Ящер, не шали. Давай, давай, паутинкой, паутинкой. Атака в рывке, еще одна партия. Ну, я думаю, как всегда, будет три удара. Давай, а, черт.
Давай, ящер. Паутинка, паутинка, давай. Так, атака в рывке. Финал, я думаю. Давай, паук, давай. Друзья, я просто сейчас чуть не родил, нажимая на клавиши. Так, сюда. Давай. Атака в рывке. И все, и друзья, начинается это долбилово по кнопке. Готово. Вакцина всажена, что же будет дальше? Главное, только не улетай вниз. Твою мать. А, он так, да, упал. Ну, ну ладно. Коннорс! Ну хватит! Проснись! Вы в порядке? Коннорс жив, все хорошо. Спас ящера! Я спас вас. Все в порядке. Гвен? С ней все хорошо. Вы только меня помяли. Как Смайт? Если в мире есть справедливость, то в тюрьме. Понял. Его мечта умерла. Мир для него был черно-белым. И он гнул его под себя. Но ведь есть только оттенки серого, правда? Еще бы. Ну что ж, пора возвращаться в Белуа. Говорят, там сегодня кино. Вы спасли мир, док. Сегодня ящер был героем. Он все еще во мне. Прячется в тени. Монстр живет в любом из нас. В борьбе с ними наша сила. Смайт этого не понимал. Кто без греха, пусть первым кинет камень. Ты так похож на отца, Питер. Вот это так, в слове «восхитительный» появился слог «хит». Давай, Уитни. Человек-паук спасает мир. Давай, ты сможешь. Не надейся. Человека-паука, которого обвиняли в утечке вируса, и граждане, и городские власти теперь называют героем. Да. С тебя доллар. Я выпишу чек. Как мы узнали, Человек-паук не только бился с гибридами и роботами, державшими город в осаде, но и помог в разработке вакцины. Эй, а про меня, Уитни? А что про тебя? Спорим, к вечеру ты окажешься еще в одной подпольной лаборатории и еще одного безумного ученого, а я буду тебя спасать. Я, значит, дева, ждущая спасителя. Я не знаю, но мне нравится тебя спасать. Еще один пошлый комплимент в коллекцию. Он пошел на риск и освободил печально известного доктора Коннорса из психбольницы Белуа, чтобы тот разработал вакцину. Я знаю, он помог тебе, но это не вернет мне отца. Я знаю. Власти контролируют ситуацию и гарантируют, что инфекция не распространится. Простите, мне говорят, что... Говорят, что доктор Смайт, арестованный сегодня в связи с причастностью к этой трагедии, бежал из-под стражи. Убежал от полиции в инвалидном кресле? Надо что-то делать. Завтра. Разберемся завтра. Это Уитни Ченг и... Ну что ж, друзья, вот мы и прошли Человека-паука. Поначалу он затягивал, потом казался однообразным и скучным, но финал заставил как-то вдохновиться. Ну, я поставлю, наверное, этой игре 3,5 балла из 5. На четверку она не дотягивает, но и тройку как-то ставить ей не хочется. Ну что ж, с первым прохождением игры на канале. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал. С вами был Локки. Пока-пока-пока.